Семейное обучение, оно дает возможность просто вырваться из системы, наверное. То есть ты не привязан ни к какой-то системе, какой-то страны определенной. То есть ты полностью свободен. То есть тебе не надо думать о том, как можно поехать куда-то, когда у ребенка будут каникулы. Вот, как потом перед учителями отчитываться, как сдавать эти. Нет, это, ну, семейное образование нам дает все-таки вот свободу. Свободу передвижения, свободу выбора. Я смотрю, мальков в луже. Вот эти ракушки бедуины меня угощали. Мы их ели. Их быстро варят, а потом зубочистками или рыбьими костями выковыривают и едят. А я, по-моему, читала, вот похожая ракушка, типа этого. Из нее добывали вот этот краситель синий, как он называется. Мой сын живет со мной в Дахабе уже 7 лет. И, в общем-то, 7 лет мы находимся на семейном обучении. В школу мы ходим недостаточно редко, в начале года и в конце года. Мне было где-то 6-7 лет, когда я сюда попал. И сначала мне здесь очень понравилось, да. Первый раз море увидел. По мне, лучше у ребенка будет душевное спокойствие, нежели он будет нервозен, он будет зациклен на том, что у него в дневнике двойка или пятерка. Я вообще считаю, что это не важно, потому что мы сами сталкивались это по жизни, те троечники, про которые учителя говорили, что ты дальше по ТУ не подойдешь, они вон удачные бизнесмены и, в общем-то, ну, добились в жизни всего. То есть это не показатель, оценки это вообще не показатель. Ну, кайт — это как бы купол воздушный, который летает в воздухе и управляется ланкой со стропами. А начал я на нем кататься года 4 назад. Сначала шло очень плохо, на все 3 года. Обычно либо было много ветра, либо вообще не было, и обучение было довольно сложное. А сейчас все идет, ну, намного лучше. Я уже делаю трюки разные. В кайте первый этап — это теория. Там объясняется, как он летает, где летает, ну, когда он будет тянуть и так далее. Следующее – управление маленьким пилотажным кайтом, который, ну, собственно, для того, чтобы понять, как им управлять с самим кайтом. А после этого уже идут на воду с обычным кайтом и практикуются на воде. Потом идет бодидрак, но обычно нужно для того, чтобы поймать доску. А дальше что идет? Вставание на доску? Ну, следующим этапом идет вставание на доску.
когда учится ездить влево-вправо, вниз по ветру, вверх по ветру. А потом уже если есть желание, то разные трюки и прыжки. Егор пошел в первый класс в обычную школу в Москве. Вот. Первый класс мы договорились, что мы 3 месяца походим, а потом уедем в Дахаб. А потом приедем и вроде как опять поступим, ну, в мае месяце где-нибудь. Ну, и закончим с ним первый класс, потому что в первом классе оценки как таковой не ставятся. И ребенок приедет в мае, своя учительница сдаст некий экзамен. Вот, она посмотрит, как он пишет, читает, и она его вроде как примет. Ну, мы договорились с директором, с завучем. Вот, а администрация пошла нам навстречу, но это был первый класс, где, собственно, оценок-то, в общем-то, не ставится, там, не за четверть, по-моему, даже, не за год, вот. И первый класс таким образом мы закончили в обычной школе, но в конце учительница наша, которая, вот, в общем-то, Егора вела, она сказала, что на следующий год даже не думайте так поступить, взять и уехать куда-то и подстричь. Потому что ребенок лохматый такой, открытый. Но, ну и, конечно же, вот эта вот последняя фраза, что на следующий год не думайте так поступить, куда-то уехать, ну, типа, задвинуть школу. Наверное, она была все-таки ключевая. И я уже к этому моменту знала, что через дорогу находится школа 1321 «Ковчег», школа интегрированного обучения. Там 70% учатся детей-инвалидов. И 30% общеобразовательных классов. Это школа, благодаря тому, что детки там разные учатся, она очень легко делала семейное образование. В частях, в различных частях речи. Поэтому повторяем. Сейчас будет опять маленький словарный диктант. Если что, страница 122 учебника, или то, что мы вчера с вами записывали в тетрадке, полная таблица во всех частях речи. То есть самое трудное – построить систему. Вот если вот выстроить все по полочкам, разложить, то уже как бы гораздо проще составить распорядок дня. Вот, потому что это все, конечно, должно быть периодично. Как-то нам дали писать, по-моему, по географии, одновременно по биологии презентацию о пустынном климате Синая, Синайского полуострова, и приспособлению растений и животных к данным условиям суровым, пустынным. Вот. И мы так серьезно отнеслись к этому заданию, ходили в горы, разглядывали растения, вот, искали материал там, по пальмам, по верблюдам, и работа получилась достаточно интересная. Помимо этого, пока он писал эту работу, он сам очень много узнал. Вот. То есть и я, в общем-то, тоже узнала много. Мы фотографировали. Нас в школу водили, только, наверное, для того, чтобы мы по улицам не болтались, вот, что класс так до 6-го, в принципе, можно обойтись семейным образованием, вот, ну, достаточно, конечно, чтобы вот родители, в общем-то, были, сами желали это делать, потому что это действительно труд, и труд достаточно тяжелый, и главное не то, что заставить ребенка не лениться, а главное еще заставить себя не лениться, потому что это работа, это надо дать ребенку задание, вот, потом заставить себя еще это проверить, объяснить какой-то материал. Когда вытаскивать вот такого кальмара, если поймал в сторону. Потому что если не в сторону, то он придется чернилами. Надо тогда одежду темную одевать.
школе просто есть коллектив. И там работают все вместе, и не скучно. А так там задание задали, у тебя впереди целый день. Ну и пока его сделаешь там, можно и весь день истратить. А там, ну, вечером отпустят гулять. Все как в школе. Только задание дается, по идее, на час или на два, а делаешь его целый день. Ну, потому что в коллективе это как-то скучно, нет ограничения времени. Там родители куда-нибудь уходят, работать или еще куда-нибудь, а ты остаешься дома и занимаешься. Мне это очень скучно. О, Пантелеймон! Где Арсений? Где Арсений? Как не знаю, ударь вбила. Современная школа — это наркобордель. Там и наркотики, и разврат главные предметы. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Детей в наркобордели отдавать нельзя. Потому что детей в наркобордели отдавать нельзя. Если требуются дополнительные аргументы для какого-то человека, значит, человек тяжко болен психически. Дети, когда ты отдаешь их в школу, то 80% времени они проводят с чужими людьми. То есть, соответственно, влияет на их образование не ты, а чужие люди, одноклассники, друзья, учителя. То есть люди совершенно с другим мировоззрением. И это однозначно. Поэтому детей можно воспитывать и образовывать только дома. И у детей должен быть только один начальник – отец. А не 22 начальника. В том числе бабы какие-то там из школы или из РАНО, какие-то там руководители кружков, какие-то там, я не знаю, директора школ. Это что такое? Это мои дети или чьи? Или общественные? Вот Пантелеймон, это руководитель института Галена. У него есть три подчиненных. Два старших научных сотрудника, один младший, мамка. Вот они там газуют. Пошли, покажешь. Мне 11 лет. Я занимаюсь травами, как уже полгода. Ну, Господь сотворил все травы, а я их использую, изучаю, использую и лечу людей. И сразу кто заболевает, сразу Пантелеймон. Если ему он халатно относится и человек продолжает болеть, то я как отец его наказываю Пантелеймона, тогда он более уже старательно занимается лечением и, как правило, ну не то что как правило, вообще никаких проблем нету, слава богу. Приехал к нам рабочий, а он оказался травником, я у него учился. Потом он мне подарил книжку, я по ней учусь теперь. От любых там, от сахарного диабета, которые есть травки у меня, которые собираю, от разных болезней. Он закупает травы, не только собирает, потому что не все травы растут здесь, а некоторые травы растут, допустим, в Адыгее. И поэтому у него налаживают связи, у него уже толстая записная книжка по этим поводам. Он взаимодействует с кучей народа. Это его тема, его дело. Он пока этим, конечно, занимается плохо, еще огромный задел впереди. Он только недавно начал, но результаты уже есть, слава богу. Это не его заслуга, это милость Божия. И Господь сотворил так траву, что они исцеляют болезни. А большинство самых тяжелых современных болезней – это же не болезнь, это отравление. Это сахарный диабет, о котором он упоминал, это рак, это
аллергии различные. Это отравление всякой химии, которую придумали проклятые ученые. Вот этой пищи из магазинов. Ну, все это отравы. Водой отвратительной из водопровода. Ну и так далее. Поэтому это нужны противоядия. И эти противоядия есть в травах, в минералах. Если просто знает, он дает эти вещи, и проходит опухоли, проходит диабеты. Слава Богу. Любой ожог, даже шрама не остается. Ничего не надо, ну намазал себе и все, и пошел домой. Нет, люди ложатся в больнице, там и над ними издеваются проклятые врачи. Непостижимо. Не знаю, как это объяснить, кроме просто массового сумасшествия. Галопом! Марш! Ребенок до 18 лет, до 16 лет, может быть, это пластилин, из которого мы что-то лепим. И кто его будет лепить, в какие ты руки отдаешь, это, наверное, безрассудно. Когда у родителей есть один и два ребенка, и они этого ребенка отдают. У меня 5 детей, и я никем не хочу рисковать, потому что это мои дети, это мое продолжение. Дети безбожников, они как найденные на помойке. Их можно и в школу отдавать, в наркобордели, их можно отправлять на дискотеки, в спортивные секции. Ну, все что угодно, пускай курят, пьют там. Это, ну, дети безбожников, это скотина, по большому счету. А для православных детей это недопустимо. Это чадо Божие. Как их можно отдавать в такие мерзости, как современная школа? Значит, здесь мы раздаем книги людям. Приезжают каждую субботу, к нам приезжают люди со всего света. И мы раздаем им книги. Благодаря Николаю Петровичу Токареву, который это дело финансирует, все желающие, особенно бедные люди, которые не могут покупать себе вот такие дорогие фолианты, а такое собрание состоит из 38 томов, вот то, что бесплатно получают люди, с 17 тысячами миниатюр. Здесь и на древнеславянском, перевод на современный русский для простоты чтения малообразованных людей. И получают и такие книги, и детские раскраски, вот о том, как юный пророк Божий Даниил спас честь и жизнь красавицы Сусанны. То есть вот такие вот раскраски, и дети смогут и читать, и знакомиться с историческими и библейскими сюжетами, и раскрашивать эти самые раскрасочки. И вот такие книги мы раздаем уже 4 года. Дети этим тоже занимаются, им общаются со многими людьми. И участвуют в разных исторических спорах, вероисповедальных, им это очень интересно. И каждую субботу это общение с огромным количеством интереснейших людей. Потому что и приезжают люди, конечно, интересные. Приезжают не те, которые ходят на концерты шоу звезд, а приезжают люди, которые читают книги. И поэтому это интереснейший круг общения создается у детей. Среди представителей разных национальностей, разных социальных слоев, разных вероисповеданий. И это, безусловно, колоссальный опыт, который они получают с детства. Тот опыт, который я в детстве был лишен, ходя в эту дурацкую школу с ее жалкими развлечениями для люмпен-пролетариата духовного. Мои дети, участвуя в домашнем образовании, они не учат алгебру, геометрию, но они прекрасно считают. Они прекрасно знают то, что им нужно для жизни. То есть школа должна быть то, что нужно именно для жизни. Здесь, когда приезжают люди за книгами, одновременно могут купить натуральные продукты. В том числе мыло дегтярное, потом посуду берестяную, глиняную, масло подсолнечное, хлеб бездрожжевой из русской печи и многое другое, горчицу, забрус, мед, много чего. Тут мы делаем только хлеб, мыло, часть посуды делаем. А масло подсолнечное мы, например, привозим из Ростова-на-Дону. Там тоже наши люди, которые там занимаются, выращивают все экологически чисто, нам поставляют зерно тоже оттуда же. Ну, в среднем в день мы выпекаем 100 булок. Это только сюда, что сюда приезжают люди, и мы сами едим.
печем в русской печи без дрожжей на закваске на хмелевой. Из пшеничного зерна, из пшеницы. Молится на каменных жерновах, на мельнице. Техническое образование, химия, физика и так далее, это колдовство. То есть это как раз то, чем уничтожается сейчас вся планета проклятыми учеными. И мои дети не Гарри Поттера, чтобы изучать всякую алхимию. Те, кто становится химиками и физиками, те результаты этого труда мы видим. Это и Фукусима, это те червячки, которые сейчас сжирают лес, это придумали ученые, физики и химики. Это те, которые сейчас мрут от рака, вот, например, ЭКО, которое придумали, чтобы женщина не рожала, а делала жизнь из пробирки. И гуманитарные, то есть литература, и смежные предметы. А это ложь сплошная. И для православных детей это не просто излишне, это недопустимо. Учиться на маленьких колдунов или заниматься ложью, изучением лжи. Не все время, хотя я против литературы и против всяких стихоплёстов, но стихотворение Чайковского про воробья, которому, помните, там было такое, что приведите наших, таракан говорил, приведите наших детушек, я сегодня на ужин их скушаю. И все львы и медведи плакали, пока не прибежал воробей и сказал, что это тараканчик, я вас сейчас просто склюю. Вот мы ведем на заклание своих детей вот этому таракану. Те люди, которые достигли и стали какими-то выдающимися личностями, они практически все были без высшего образования. Потому что если тратить на высшее образование, то времени жить и совершенствоваться просто его нет. У нас очень короткий жизненный срок. У нас 11 лет учатся девочка и мальчик, а потом еще 6 лет в институте до 30 лет. Это то время, когда надо создавать семью, когда у мужчины уже должен быть дом, когда у нас Александр Невский в 14 лет выигрывал сражение. Александр Македонский в 28 лет умер, забывав весь мир. У нас в 30 лет мужчина не может привести женщину в дом, потому что у него этого дома нет. Это все последствия школы. Много интересных занятий. Вот и на лошадях катаемся, и стреляем, и по лесам ходим. Много чем занимаемся. Хлеб печем, в мастерской. Столярничаем. Да. Дома делаем. Строим. На огороде работаем. Много всякой работы. Просто милость Божья, что Господь избавил наших детей, да, от воспитания в страшных казенных стенах школ, детских садов. А вы не представляете, как радуются наши дети, что они воспитываются дома. Потому что, когда к ним приезжают дети, говорят, что они каждый день ходят в школу, учат какие-то непонятные предметы, какие-то тетки ими руководят, командуют, кричат на них. Они смотрят на них и не понимают, как может быть какой-то руководитель, кроме отца. Как может какая-то тетка на него накричать? То есть у них получается на современных школах, когда дети просто могут пожаловаться на своих родителей, это Павлики Морозовы, и их придет и ювенальная юстиция, скажет родителям, вы так с ребенком не обращайтесь, вы дайте ему то, что он хочет. То есть это такое неуважение к родителям, это такие падения авторитетов родителей, это вырастают, извините за выражение, чмошники. Вот эти чмошники и Павлики Морозовы, они маршируют по нашей стране. И их добровольно туда приводят родители, говорят,
давай становись чмошником. Иди. Вот это то, что сейчас существует. И поэтому это страшно. Если такие простые вещи понимает даже женщина, да, то кем надо назвать мужчин, которые отдают своих детей в школу? Понимаете как, вот опять-таки мы все упираемся в том, что все хотят ребенку дать образование хорошее, а мы пытаемся вырастить хороших людей, добрых, хороших именно людей. И поэтому вот это вообще, нас не уделяется этому столько много времени. А мы здесь пытаемся, потому что ну как, что будет, то будет. Тёмочка нас ждет. Hello. Yes, yes, I have house. Thank you. А нам надо дождаться наших гостей. Закрывай. Ой, умница, мы здесь живем уже 11-й год. Вот, и также дети у нас здесь родились. У нас четверо детей. И мы их разными способами обучаем. Материальная составляющая, она же на самом деле это главная составляющая, как ни крути. То есть здесь за школу надо платить. И мы просто подумали, посчитали, мы здесь тоже платим учителям, но деньги, которые мы платим за школу, они сопоставимы с оплатой учителей индивидуально, но эффективность гораздо выше. И мы поэтому перешли на семейную форму обучения. Вот, у нас все дети сдавали экзамены все в российской школе на 4,5. То есть это говорит о том, что то есть семейное обучение несомненно, более эффективно, нежели обычное обучение в классе. Ну как, класс 30 человек, как можно всех научить? То есть в классе это какая-то некая усредниловка, где дают всем определенную программу. Кто-то ее учит, кто-то не учит, кто-то списывает. И это никак не отслеживается. При домашней форме обучения учитель, который за это получает деньги, он четко отслеживает, что ребенок сделал и что не сделал. И спрашивает с него по полной программе. И тем самым получается практически 100% запоминания материала. Каждый урок у нас начинается вот с такого тестика. Так, будьте любезны. И вслух, пожалуйста. 8, 1, 8. Так. 9, 6, 54. Угу. 6, 6, 36. Молодец. 9, 9, 81. Угу. 6, 2, 12. Так. 7, 3. Sorry. 8, 8, 54. 8, 9. Будет 7, да. Отлично. В дровах вы не решаете, а в долларах вы все лобачевские. Так, в одном кармане у тебя $160. 160. Так, а в другом в два раза меньше. Ну, 160 разделить на 2. О, как быстро. Вот. Так, в другом. Четвертую часть ты потратила на подарок Татьяны Ване на день рождения. Четвертую часть своих денег. Четвертую ну, часть. Сколько денег ты потратила на подарок для меня? Вопрос. Давай, работай.
Ну, если в одном 160, в другом ты уже знаешь. А четвертую часть всех твоих денег ты потратил на подарок мне. Что ж ты мне купил? Ты мне надо придумать шкатулку музыкальную. Ну, давай. Так, первым действием. Да. Пожалуйста, все четко говори, что я как-то нашла. Ноль здесь надо. Ноль. Нет, нет, нет. Либо ты... Так, умножение мы можем делать в строчку. Я тебя научила этому алгоритму. А деление так что? Начинать нельзя. Конечно. И будь внимательна, на тесте там кто тебе будет рядом? Меня там же не будет. Жаль. Жаль. В карман положи, пойду с тобой. Не, не пойду. Если ставится задача учиться, то главная цель это именно учиться. То есть если ставить задачу играть, и ребенок играет, общаться. Вот, общаться. Да. Ну, есть как бы минус, конечно, вот именно в семейном общении, что дети не коммуницируют, да, у них нет группы, сообщества. Но тут главное родителям правильно организовать их досуг. То есть они, допустим, учатся индивидуально с учителем, но у них обязательно есть какие-то дополнительные занятия, чем они занимаются творчеством каким-то. То есть ходят в какие-то активити-центры или там кружки, или с другими группами детей все время общаются. Тогда это вот можно заменить. Ну, разные дети по-разному воспринимают. То есть надо смотреть на ребенка, как он себя ведет. Если он скучает и говорит, я хочу школу, то значит надо его удовлетворять, его желание. Нельзя ставить там свои цели. Oh, you know what? Exactly, we're in the wrong folder. Try again. This time it should work easily enough. It certainly did for us last time. Nothing happened. Click on one of the folders. I don't think they're that yummy. They don't taste bad, but they just don't taste it very much. Just kind of like a little bit sweet water. Not very exciting. You can enjoy the fruit right there on the spot, or ask for a plastic bag and get the fruit to go. It's, well, you've got the leaves of the plant, right? And you have the flowers of the plant. Mm-hmm. But what about the big, long, sticky parts? It's the part that's the stem, exactly. Well done. So people think that these big pads are leaves, but really they're not. They're just a kind of stem. Вообще это уникальное место тем, что здесь каким-то вообще божьей волей учителя откуда-то берутся. То есть мы как-то специально их ниоткуда не вызываем. Да, то есть они просто. Но если посмотреть, у нас математика занимается профессиональной математикой. Английский ребенок учит у англичанина. То есть и вот... Да, русский язык с преподавателем русский язык литературы. Химия с преподавателем химии и биологии. То да, есть, причем это специалисты это, просто это высочайшего класса. Каждую работу должен делать профессионал. Да. Родитель, если он не имеет квалификации, он даже если очень хочет, он не сможет дать ребенку то, что он имеет. И поэтому, то есть мы нанимаем именно профессионалов по каждому предмету. Если родители с такими качествами, реально учителей. Да таких родителей не бывает, чтобы он был и физикой, и химикой, и англичанин, детки, родители. Ну, таких, конечно. И чтобы муж был хороший, детки, родители. Мафиш. Да. Вот, и поэтому... Да, жизнь просто настолько стремительно меняется, что очень сложно понять хотя бы вектор направлений, куда идти. Если раньше было модно банкиры, юристы, экономисты, сейчас эти банкиры, юристы, экономисты не могут себе нормально трудоустроиться. То есть, что сейчас нужно, очень сложно понять. Поэтому мы даем какое-то среднее обучение, но, естественно, мы даем упор на языки, потому что то есть, мы стараемся... использовать данную площадку, среда. То есть развивать сильные качества. Здесь сильные качества – это владение языками. Арабский, английский. Да, но старший сын занимается виндсерфингом профессионально. Он в рейтинге мировом. На данный момент он занимает третье место в мировом рейтинге. Да, и еще очень любят
лазить по горам, трекинг там, вот. Поиск кладов. А, поиск еды. У человека... Очень любит лазить по горам в поисках еды. Папа, ну, ну, может быть, у человека, может быть, любое влечение. Нет, почему? Ну, ладно, ищет. Да. Я еще не научился до конца. Нет, ну прежде чем через гривна, что там можно сделать? Можно. Ну, видишь, у тебя коэффициент 2, коэффициент 2, 24. Сокращаем на 2. Вот можно, кстати, вот воспользоваться тем, что вы уже... Что вы зачеркнули? Нет, но на данном этапе это вообще не нужно совершенно. Решение шло вот в будущем сюда. Этапе это было бы очень... Ну да. Гривна 24. Здесь как бы можно выражать, подставлять. Множитель где стоит? Только в первом уравнении. Ну, да. Какие вопросы про второй могут быть? Ничего лишнего не говорим и не делаем.